Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Давид Шарп, військовий оглядач. Давид, здравствуйте, привітаю вас в ефірі. Здравствуйте, Алексей, добрый день. Как всегда, хочу призвать наших слушателей и зрителей к тому, чтобы они подписывались на YouTube-канал Радио НВ, на YouTube-канал Давида Шарпа. Ссылку на него вы найдете в описании к этому видео. Я хочу начать вот с той аналитики, которую опубликовали три американских военных эксперта. Вот у нас сейчас их обсуждают. Это Майкл Кофман, Роб Ли, Конрад Музыка. Они периодически ездят на украинские фронты. Как сообщается, сейчас они были возле Часового Яра, они были в Харьковской области. Ну и тут есть несколько интересных таких тезисов, которые, мне кажется, достаточно дискуссионные, можно их обсуждать. Начинается, вот, например, аналитика военного эксперта Майкла Кофмана с того, что в Харьковской области, несмотря вот на все свои надежды и старания, российские оккупанты, по его мнению, не достигли успеха в создании буферной зоны. То есть не прошли так далеко, так глубоко, как хотели. Можно ли говорить, что 10 населенных пунктов, пусть это и небольшие села приграничные, это недостаточно для буферной зоны? Вопрос ключевой, какие у них были реальные планы на самом деле. И мы, по крайней мере, опираясь на открытые источники, этого ответа не знаю. При всем при том, что я уважаю мнение Кофмана очень, и по множеству вопросов с ним согласен и прислушиваюсь к нему. Здесь тот самый случай, когда, я бы сказал так, его утверждение несколько спорный характер сносит, если у него нет какой-то вот прям инсайдерской информации. На мой взгляд, Россия, буферная зона, вопрос весь ее глубине и ширине. Создать эту более широкую, эту буферную зону, насколько мы видели, я имею в виду вдоль границы ширина, мы не видели. То есть уже по определению она не могла бы быть полноценной. С точки зрения, когда Путин говорил обезопасить там даже если не Белгород, но Белгородскую область, тогда подразумевается, по идее, создание буферной зоны на более широком участке границы, но по той причине, чтобы украинская артиллерия была дальше от населенных пунктов российских, ну и возможности рейдов диверсионно-разведывательных групп или просто рейдов, как это было в случае с формированием из российских граждан, чтобы эта возможность была сведена к нулю. Так вот, участок был, с одной стороны, довольно широкий, он есть на данный момент, но недостаточно, не покрывающий все протяжение границы даже с Белгородской областью. Значит, это один момент. Поэтому я говорю, что попытка носила довольно ограниченный характер изначально. А что касается глубины, то не исключаю, что россияне имели более амбициозные планы, чем сейчас, чем это реализовано было, то есть пройти еще немного. Однако я исхожу из того, что они бросили в бой. А здесь мы имеем достаточно серьезное и обоснованное подтверждение, что силы были небольшими. Рассчитывать небольшими силами, даже если они были уверены в том, что украинцы не ждут, что оборона украинская не готова, что резервы подойдут не сразу, но даже в этом случае они не могли, но это было бы очень самонадеянно, надеяться на какой-то далеко идущий результат, гораздо более далеко идущий, чем то, что произошло. Ну, еще бы на километр подвинулись, но это бы в качестве успеха, это было бы успехом, но это бы не изменило ничего кардинально. Поэтому у меня нет оснований считать, что они преследовали какие-то очень далеко идущие планы, которые были сорваны. Если это было так, это было как бы с их стороны, я бы сказал, таким определенным авантюризмом. В любом случае они достигли, если мы говорим, оперируем величинами этой войны, они достигли немалого. Последнее очень много времени такое продвижение, которое им удалось, достигается крайне редко. Это касалось и украинского наступления летом, например, и российских наступательных действий, ну, в общем, даже говоря, с поздней осени 22 года. Так что, на мой взгляд, подводя итоги, характер их действий говорит о том, что далеко идущих планов они не преследовали. И я предполагаю, что плюс-минус близко к тому, на что они надеялись, они и получили.
Ну вот Кофман, конечно, пишет о том, что для него неожиданностью стало то, что российская оккупационная армия не смогла воспользоваться вот теми преимуществами, да, которые она получила. Как раз идет речь о том, чтобы еще больше растянуть украинский фронт. Он увеличился минимум на 200 километров. Ну как раз за счет вот этого, вот этой операции, которую они провели в Харьковской области, начиная с 10 мая, имеет он в виду, конечно, то, что им не удалось, ну, на данный момент, да, достигнуть прорыва в Часовом Яре или на Покровском направлении. Но мы помним о том, что и Часов Яр, и Покровское направление – это одни из самых горячих точек на украинском фронте. Не, ну, скажем так, не преждевременны ли такие выводы, что вот российские оккупанты не добились там того, чего хотели? Думаю, ну, не очень правильно пытаться интерпретировать с моей стороны слова или высказывания другого человека, но я бы так сказал, я бы сказал следующее. Российская, но важно помнить, удивлять тут не очень-то должно. У российской стороны не так много, и мы это понимаем, и мы это, кстати, говорили и в том числе и с вами об этом еще весной, что резервов и каких-то значительных, по-настоящему серьезных масштабных группировок в резерве, в рукаве у российской армии нет. Резервов у них есть, но их количество ограничено. Именно во многом поэтому, потому что тех резервов не было так много, они не развили успех под Очеретино, и, естественно, тот же успех в Харьковской области, например, развить его больше. Теоретически, если бы они бросили больше сил в бой изначально, у них бы могли быть больше успехи. И более того, они сами отвлекли свои силы на Харьковскую область с других направлений. То, что украинские силы отвлечены, это факт, это естественно, но они же отвлекли и свои. То есть они, имея в загашнике большое количество резервов, естественно, они сталкиваются с похожими проблемами в том, что их ресурсы для реализации наступательных планов ограничены. По поводу того, что, думаю, что он имел в виду, что российская армия, ей удалось отвлечь украинские резервы после начала наступления в Харьковской области 10 мая, а вот дальше ей не удалось довольно быстро, а с момента с 10 мая прошло уже больше 2 месяцев, ей не удалось быстро реализовать вот то, ради чего она во многом старалась. То есть отвлечь вот эти украинские резервы, украинские силы из других участков, и вот тогда добиться довольно серьезного успеха на основных направлениях. Я это называю Очеретинское направление, но если более верно, конечно же, это все попытки выйти к шоссе Покровск-Константиновка, захватить Часов Яр, выйти к Константиновке, к Покровску и так далее, и так далее. Так вот, тут они успехов не добились в обозримой перспективе, а значит, если у них был этот план, он им не удался. Но вы верно отметили, что несмотря на то, что им это не удалось, и прямо увязать это, можно даже прямо увязать это с наступлением в Харьковской области, мол, попытка была отвлечь войска украинские, что-то отвлекли, но все равно особо не помогло. Тем не менее, ситуация очень тяжелая, продолжает оставаться на упомянутых вами направлениях. Час за часом в Яр идут упорнейшие бои, они не отказываются от своего плана. И направление вот это вот западнее Авдеевки. С одной стороны, возможность провести попытки выйти к шоссе Константиновка-Покровск. С другой стороны, захват севернее, попытка захвата агломерации Торецк-Нью-Йорк, конечно же, стоит на повестке дня. И движение в сторону Покровска. Все это по-прежнему актуально. Из того, что мы видим, ситуация на поле боя с одной стороны стабилизирована относительно, но она по-прежнему хрупкая. Вот эта вот конфигурация фронта, которая образовалась в результате вклинения под Очеретино, она, что уж поделать, она носит угрожающий характер в заметной степени. И очень многое здесь, как и почти всегда, упирается в наличие резервов у сторон и то, как они ими распоряжаются. Так что битва, вот эта битва, на этих основных направлениях продолжается. Если я не ошибаюсь, Кофман об этом и говорил, что ближайшие месяцы будут очень тяжелыми, по его мнению, потому что Россия продолжит свои усилия, ну а украинцы за это время должны будут должны будут подготовить максимум сил в тылу для того, чтобы уже задействовать больше резервов для купирования продолжения этих атак.
Ну, там, да, там есть такая формулировка насчет того, что, ну, вот ближайшие 2-3 месяца могут быть самыми тяжелыми в этом году для Украины. И действительно, речь идет о том, что было мобилизовано гораздо больше людей, чем до принятия закона о мобилизации. Майкл Коффман даже говорит, что вот он знает конкретное число, понятно, что не может его назвать и не будет его оглашать, но, тем не менее, вот нужно время, чтобы обучить мобилизованных. Вот эти 2-3 самых тяжелых месяца в году для Украины, как вы считаете, чем они могут быть ознаменованы? Сложно прогнозировать, но, тем не менее, если смотреть на то, что сейчас происходит на фронте, в чем это может выражаться? Я на самом деле таких вот определений «самые тяжелые» не люблю. Украина, а у Украины было множество самых тяжелых месяцев в самом разном, в том числе и в этом году. Например, весенние месяцы или зимние месяцы, когда захват Авдеевки было продвижение, да вот тот же прорыв под Очеретино, вот тот же захват куска Харьковской области. Все это были очень непростые события, которые требовали тяжелейших усилий, принятия самого разного рода непростых решений. Я уже не говорю об ударах по украинскому тылу и другой ситуации. То есть сама по себе ситуация тяжелая, и говорить, что эти месяцы, которые предстоят, будут тяжелее, я не знаю, как это будет, и у меня нет причин утверждать, что это было бы что это будет тяжелее, потому что и так все очень и очень непросто, и попытки российской армии наступать вот теми резервами, которые у нее есть, они продолжатся, и у нее есть пару направлений, где они считают, что имеется перспектива определенная. И вот я думаю, что когда речь идет о самых тяжелых 2-3 месяцах, если опять-таки попытаемся интерпретировать, он имеет в виду, что продолжатся тяжелые бои, может иметь место, это такая расшифровка, что называется, может иметь место определенное продвижение российской армии на тех или иных участках. И задача украинского командования имеющимися силами избежать, скажем так, крупных, как минимум в этом случае, ну, естественно, задача это удержать оборону, как минимум, но задача, еще одна важнейшая задача, и вот это он подразумевает, как я предполагаю, говоря о тяжести, избежать каких-то существенных прорывов и вклинений. Несколько примеров такого рода, более локальных и менее локальных, мы видели последние много месяцев, я имею в виду, например, как захват Авдеевки, я имею в виду вот тот самое очеретинское вклинение, которое дала России, российским военным ряд перспектив для наступления в тех или иных направлениях, в том числе, конечно, и Торецк, то, что произошло под Торецком. В общем, это он имеет в виду, что будет тяжело избежать такого рода вклинений на фоне очень интенсивных боевых действий, когда в тылу готовятся резервы и готовятся новобранцы. Ну вот есть еще одно как бы логичное такое замечание, которое сделали, ну там как раз публикация всех трех, я видел такую, всех трех этих военных аналитиков, они все пишут о том, что, ну вот они видят, что строятся очень активно фортификации в несколько уровней, это вот сейчас происходит. Есть ощущение, ну, это, опять же, не новое ощущение, мягко говоря, оно еще с 23-го года присутствует, о том, что война перешла, ну, вот в такую, ну, на большинстве участков она перешла в позиционную войну. И мы действительно видим, что, ну, в отличие от весны, лета 2023 года, никто уже не говорит о продвижениях там на юге, никто не говорит там о Мелитополе. Помним, что вот, скажем, военные эксперты даже в наших эфирах говорили о том, что, ну, задача минимум контрнаступления украинского 2023 года — это Токмак, да, вот Токмак — это важный такой транспортный узел. К сожалению, этого достичь не удалось. Говорит ли это о том, что ну вот наши планы по освобождению юга, они стали еще дальше, чем они были для нас в 23-м году? Чем они были весной 23-го года, когда, естественно, украинское общество и все, кто тщательно следят за войной, питали надежды на то, что наступление удастся. Вопрос стоял, что удастся, вариант минимум, вариант максимум, либо не удастся вообще, но, в общем-то, оптимизм насчет варианта минимум, реализации варианта минимум, что-то вроде выхода к Токмаку и даже еще на более поздних этапах, там еще летом, он еще присутствовал. Так вот, сегодня, естественно, можно говорить, что эти планы отложены на потом. И для этого есть объективные причины. С осени 23-го года, после того, как
планы наступления летнего не удалось реализовать. Украина перешла по совершенно объективным обстоятельствам к стратегической обороне. Это связано и с количеством ресурсов, я имею в виду, собственно, военной техники, боеприпасов и так далее, которые в распоряжении Украины, и на которые можно было бы и можно сейчас рассчитывать в обозримом будущем. И это связано, естественно, и с боеготовностью и боеспособностью частей тоже. Для того, чтобы решать наступательные задачи, причем достаточно амбициозные, наподобие того, что летом даже в рамках задач минимум лета 2023 года, должно произойти немало. А немало это, во-первых, бесперебойные поставки техники и вооружений. То есть без вот такого рода полугодового перерыва, как было в связи с зависанием пакета помощи в Конгрессе. Это первое необходимое условие. Но это необходимое, но недостаточное. Достаточно, что было и необходимо, и достаточно, должны были быть усвоены уроки 2023 года. Это значит, что армия должна соответствовать этим задачам и в качественном, и в количественном плане. То есть это и планирование операций, это и кадровая политика, и комплектование частей. То есть это и количественное, и качественное, и это боеготовность частей. Я имею в виду готовность частей выполнять те или иные задачи очень амбициозного уровня, а наступление на подготовившегося в обороне противника — это очень амбициозная и сложнейшая задача. То есть здесь целый комплекс моментов и поставки из-за рубежа, и собственные решения, и собственные меры. И вот только реализация и того, и другого вместе взятого откроет украинцам перспективу для того, чтобы снова реально задуматься об освобождении собственных территорий на юге, например. Для этого, как я уже говорю, должно произойти немало. И для начала это многочисленные поставки без перерыва и собственные меры. Поэтому сейчас Украина по-прежнему находится в стратегической обороне. Украинские же источники говорят о недостатке личного состава на фронте, и иногда не только на фронте. Поэтому думать и сейчас с опозданием, это очевидно, в рамках новых мобилизационных мер, с опозданием эта проблема частично решается, как я слышу, не полностью и с опозданием. И только в случае, если с комплектованием все будет нормально, в буквальном смысле слова, будет нормально с поставками оружия, боеприпасов и с принятием другого рода мер, о которых я говорил, 2025 год может стать годом, когда снова зайдет речь о вот таких, зайдет речь, я имею в виду, на практическом уровне, о наступательных операциях с далеко идущими целями. Ну вот, опять же, есть много причин, почему, скажем, контрнаступление украинское в 2023 году не было настолько успешным, насколько этого ожидали украинцы. И, кстати, не только украинцы. Мы же помним, там было такое магическое мышление, в том числе и у западных генералов. Ну, как минимум, такие цитаты анонимные, да, мы получали в американских и европейских медиа. Вот они надеялись, что какое-то удивительное чудо произойдет. Но был также фактор абсолютно понятный. Это господство в воздухе, да, которого у Украины не было, ну, по той простой причине, что количество нашей авиации очень ограничено. F-16 и вот те возможные еще французские «Миражи», насколько они приближают нас к тому, чтобы, ну вот, та операция на юге, да, по освобождению украинского юга стала возможной? Они приближают, что называется, на небольшой шаг. Во-первых, все равно наступление против организованного в обороне многочисленного противника все равно может быть успешным только при наличии готовых для решения этих задач сухопутных войск. То, чего не было в 2023 году, и что должно измениться. То есть, если бы в 2023 году было бы эскадрилья или пару эскадрилий F-16, кардинально бы это ничего не изменило, как мне видится. Это могло бы привести к каким-то дополнительным локальным успехам, но не более того. И тут мы приходим к тому, что могут дать самолеты и ВВС. ВВС западного типа, я это так называю, полноценные ВВС западного типа, как многочисленный, многофункциональный, эффективный механизм, конечно, бы дали Украине очень многое и в качестве и в наступлении, и в обороне, и просто в постоянном воздействии на российский тыл в том числе. Однако важно понимать, что от поставок первых самолетов F-16 и, допустим, «Мираж-2000» и до вот создания этого механизма полноценного пройдут годы. Это важно понимать, потому что
мы говорим, когда говорим о механизме, это целый комплекс возможностей. Это, во-первых, довольно многочисленные ВВС. Это накопленный колоссальный значительный боевой опыт их использования самолетов западного типа как летным составом, так и наземным персоналом, причем самых разных специальностей, и отнюдь не только техников, это и организация боевых действий, это и воздушное управление и контроль, и так далее, и так далее. Это самолеты, которые должны располагать широким спектром возможностей. То есть здесь важны, что поставят к самолетам. Очень желательно, чтобы хотя бы часть самолетов, небольшая, чего сейчас нет, было новейших модификаций, я имею в виду те же F-16, чтобы они имели реальное четкое преимущество в воздушных боях над российскими истребителями, чтобы не приходилось действовать на равных или даже в несколько худшей ситуации. Значит, еще очень важно наличие самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, самолетов-заправщиков, еще кое-каких возможностей, скажем так, разведывательного и иного характера. Конечно же, средства радиоэлектронной борьбы. Все это должно быть отлажено, и все это должно быть в должных количествах. Кстати, когда президент Зеленский говорит о 128 самолетах, ну то есть это не какая-то магическая цифра, это на самом деле примерное количество, вот такой вот фундамент того, сколько должно быть боевых самолетов в такого рода ВВС западного типа, чтобы они имели очень и очень серьезный вес. Но одних, что очень важно, это не просто набрал самолеты и все у тебя пошло хорошо. Я, как это я уже говорю, должен быть слаженный комплексный механизм, который формируется годами, который не создать, скажем, за год. Даже при всем желании по объективным причинам не создать за год, кроме всего прочего, даже не потому, что выделят или не выделят технику и самолеты и много чего другого. Обучение и приобретение разного рода навыков берет время. Так что я бы сказал так, появление небольшого количества F-16, а мы понимаем, что они будут появляться в небольшом количестве, и далее потихоньку это количество нарастать, даст украинцам однозначно целый ряд плюсов на поле боя. В первую очередь, кстати, на мой взгляд, не на поле боя, а в тылу. Более успешные возможности, более позитивные возможности по перехвату крылатых ракет и беспилотников «Шахет». И далее потихоньку на поле боя тоже. Но это не какой-то решающий фактор, который, например, позволяет тем, кто сейчас с трудом обороняется на определенном участке, взять и разнести российских военных в наступательной операции. Необходим целый комплекс мер по усилению сухопутных войск. Часть этих мер зависит от украинцев, часть от западных партнеров. Усиление воздушных сил, конечно же, в этом плане очень позитивный фактор и потихоньку будет добавлять возможности. Но если бы волшебным образом Украина получила целиком вот этот механизм, не просто несколько самолетов и далее еще по несколько, а вот этот самый механизм, о котором я говорю, вот тогда бы можно было говорить, что речь идет о неком геймченджере. Но внезапно, по мановению волшебной палочки, такой механизм получить нельзя. Это правда. Более того, мы видим сейчас, какие перспективы открываются на президентских выборах в США. И там Дональд Трамп является, ну, таким фаворитом. Более того, он выбрал себе вторым номером вице-президента, возможно, человека, который вообще имеет супер антиукраинские взгляды и постоянно их озвучивает. Поэтому, конечно, много вопросов к тому, что мы будем получать. Совсем вот коротко, есть еще один тезис Майкла Кофмана о том, что в России произошла вагнеризация армии. Ну вот, что вот теперь они таким образом наступают почти на всех, ну, во всех горячих точках. Ну, то есть могут кидать сначала вот этих каких-то заключенных, все эти штурмы Z, и ими разведывать, ну и дальше, как это, профессионалы наступают на наши позиции. Ну, что изменилось, у них еще появились КАБы, да, то есть авиационные бомбы. Я что хочу спросить, просто я участвовал несколько раз в таких непубличных дискуссиях про то, а может быть, украинской армии нужна вагнеризация, знаете, эти частные военные компании, как вы на это смотрите? Нет, я плохо смотрю на это. Украинской армии не нужна вагнеризация, частные компании и вот эти вот каннибалистические подходы к ведению боевых действий, как это было с Вагнером, когда на убой, расстрелы отступающим и так далее. Это не метод цивилизованный, главное, это не метод эффективный. Ко всему прочему, это невозможно и это не нужно. Украинцам нужно повышать боеспособность собственных бригад, делать так, чтобы предпринимать меры для того, чтобы они использовали по максимуму свой потенциал и по максимуму использовался потенциал новобранцев,
повышение эффективности обучения и использование для этих опыта и возможностей особенно эффективных подразделений, создание вот этой вот системы, которая в обучении была бы очень и очень эффективна, ну, скажем так, заметно более эффективна, чем сейчас. Есть что делать, естественно, я опираюсь и на украинские источники, копировать подходы Вагнера ни в коем случае не нужно, и это вредно и за гранью абсурда. Давид, спасибо вам большое за вашу аналітику. Хочу нагадати, з нами на зв'язку був військовий оглядач Давид Шарп. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.